Сергей Александрович Есенин. Бабушкины сказки. В зимний вечер по задворкам, разухабистой гурьбой, по сугробам, по пригоркам, мы идем, придем домой. Опустывают салазки и садимся в два рынка слушать бабушкины сказки про Ивана дурака. И сидим мы, еле дышим, время к полночи идет, притворимся, что не слышим, если мама спать зовет. Сказки все, пора в постель, ну а как же теперь спать? И опять мы загодели, начинаем приставать. Скажет бабушка не смело, что ж сидеть до зари? Ну а нам какое дело? Говори да говори.